Сегодня показываю часть своей тренировки, в которой я развивал мобильность, активную гибкость. Утяжеление 1 кг я держу перед собой, стараюсь сохранять спину как можно прямой и вытягиваюсь, удерживаю всеми мышцами положение 10 секунд. Потом отдыхаю 5 секунд и повторяю еще 2 раза. 3 подхода по 10 секунд удержания. Обратите внимание, я стремлюсь не уходить вниз, а удерживать позицию плоской поясницы. Для этого я очень активно напрягаю мышцы ног, и мои седалищные даже поднимаются вверх.